Городок Улькс на северо-западе Италии уже давно стал перевалочным пунктом для мигрантов. Каждый вечер десятки людей садятся здесь на автобус, который отвозит их в одну из приграничных деревень. Для меня сейчас главное быть в безопасности. Мы хотим попасть в какую угодно страну, лишь бы там было безопасно. Но лучше всего Великобританию. Это моя мечта. Многие местные жители относятся к этим людям с сочувствием. Я приютил в своем доме семью мигрантов с ребенком, которому было всего 20 дней. Точнее, ровно 22 дня. Мать родила его одна в лесу между Словенией и Хорватией. По данным неправительственной организации «Врачи без границ», в последние месяцы число мигрантов, прибывающих этим путем, сократилось. Кроме того, отмечается, что если ранее это были преимущественно африканские беженцы, то теперь среди них все больше выходцев из стран Азии, которые часто пускаются в этот непростой путь целыми семьями. С наступлением темноты они отправляются горными тропами через границу во Францию.